Нурсултан Абишевич Назарбаев сложил полномочия президента Республики Казахстан буквально полчаса назад в прямом эфире на республиканских каналах Республики Казахстан. Друзья, что же нас теперь ожидает? По Конституции временно исполняющий обязанности президента Республики Казахстан должен председатель Сената парламента, каковым является на данный момент Касым-Жомарт Токаев. Далее, в течение полугода, опять же по Конституции, должны пройти выборы президента Республики Казахстан. Новость, по большому счету, которая ошарашила весь Казахстан, ошарашила всю оппозицию, я в этом более чем уверен, друзья. Потому что, опять же, все ожидали, что это произойдет через год, через два, но никак перед этим наурызом, друзья. На мой взгляд, очень умный ход со стороны Нурсултана Абишевича Назарбаева. Даст Бог, у нас все будет теперь хорошо. Касым-Жомарт Токаев по-настоящему действительно хороший профессионал. И я думаю, в эти полгода все будет хорошо. Главное, чтобы не было войны. Вот как бы это банально ни звучало, друзья, но это мое единственное желание сейчас, чтобы в Казахстане не было войны, не было межнациональной розни. Это самое главное. Далее, если говорить о Нурсултане Абишевиче Назарбаеве, друзья, конечно, сейчас хейтеры, конечно, сейчас оппозиция, облязовщина и ДВК начнут поливать грязью на всем, в чем белый свет стоит, еще сильнее, еще хуже. Я же хочу вашего внимание, друзья, заострить на тех практически 30 годах Республики Казахстан, во главе которой был Нурсултан Абишевич Назарбаев. Друзья, в заслугу Нурсултана Абишевича Назарбаева я могу поставить то, что вот мы дошли вот именно до такого состояния. Не было войны, нету межнациональной розни. Как бы ее иностранные государства или какие-то организации типа ДВК не пытались раздуть здесь, в Казахстане, этого не произошло. Нурсултан Абишевич Назарбаев являлся именно тем человеком, который был нужен нашему государству в этот непростой переходный период. Это мое искреннее мнение, я так думаю, друзья. Можете закидать меня тухлыми яйцами. Ваше право, друзья. Сейчас, да, наступило время перемен. Мы ждем перемен, друзья, как пел в своей песне Виктор Цой. Я надеюсь, что эти перемены будут к лучшему. Я надеюсь, то, что придет к власти, будет нашим следующим президентом. Действительно, человек новой формации, с новыми взглядами. У нас так много выходцев, болошаковцев было. Я думаю, то, что среди них найдется настоящий патриот, тот человек, кто любит Казахстан, и тот, кто будет его развивать и делать все лучше и лучше для всех граждан Республики Казахстан, неважно, какой бы они ни были национальности. Это самое главное, друзья. Но, по большому счету, сейчас, вот, допустим, мне кажется, есть два кандидата, по крайней мере, в этот небольшой переходный период, это господин Исекешев и господин Токаев. Я думаю, что, возможно, будут они. Я могу ошибаться. Посмотрим, что будет дальше. Но в любом случае, еще раз огромное спасибо Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за то, что этот непростой период времени нашей республики, он смог все-таки, он сделал все, что мог. Он оказался именно тем человеком, который должен был возглавить нашу страну в этот непростой и очень сложный период. Вот так вот, друзья, оставляйте ваши комментарии, как вы думаете, кто будет следующим президентом Республики Казахстан. Всякого рода оскорбления и т.д. и т.п. в этом плане, господа, я вас буду блокировать, так что давайте будем культурными. На этом все, с вами был Сула, всем салам алейкум, пока, аривидерчи.